Андрей, как это тяжелая серия? Ну, видите, к сожалению, пока, если честно, не везет. Опять пропустили гол, в принципе. Ничего не должно было предвещать беды, на самом деле. Просто защитник срезает свои ворота. В итоге на добивании пропускаем гол. В принципе, без моментов, по большому счету, и у них, и у нас. Вот, там, я не беру счет удары там из-за штрафной такие. Вот. А в итоге 0-1. Где-то мы провинились, наверное. Что раз не везет. Ну, вообще в газовике всегда тяжело играть. Плюс поле искусственное, мы все время тренируемся. Хотя надо признать, что очень качественное поле. И разницы большой не ощущаешь, но все равно что-то не то. И в газовике всегда сложно играть. Команда слаженная, давно вместе играет. В принципе, состав не меняется. Там плюс-минус 2 человека. Больше каких комментариев, не знаю. Не забили, поэтому проиграли.